Готовим сегодня салат «Нептун» с красной икрой. Название рецепта говорит уже сразу о том, что салат наш будет из морепродуктов, богатый и невероятно вкусный. Этот салат идеален для дорогих гостей. Салат состоит из кальмара, крабовых палочек, красной рыбы, яиц, икры. Стоит помнить, что от качества выбранных ингредиентов зависит ваш итоговый результат. Поэтому стараемся брать самые вкусные продукты. Для заправки салата используем майонез. Если близится праздник, рецепт придется кстати. Крабовые палочки – 80 грамм. Красная рыба – 100 грамм. Кальмары – 110 грамм. Куриные яйца – 2 штуки. Красная икра – 40 грамм. Майонез – 50 грамм. Соль – по вкусу. Перец – по вкусу. Количество порций – 2. Подготовьте ингредиенты. Куриные яйца отварите вкрутую в течение 10 минут. Кальмар отварите в кипящей воде 3 минуты. Крабовые палочки заранее разморозьте. Нарежьте небольшими кубиками и сложите в миску. Кальмар нарежьте небольшими полосками или кубиками, добавьте к крабовым палочкам. Куриные яйца почистите и нарежьте кубиками, добавьте яйца к остальным ингредиентам. Красную рыбу нарежьте небольшими кусочками и выложите в салат. Добавьте в салат 30 грамм икры, майонез, соль и перец. Оставшуюся икру используйте для подачи. Перемешайте все и подавайте салат к столу. Приятного аппетита!